Есть мнение, что грибы не растут под деревьями, перерытые кабанами. Ну а как же так, скажете вы? Вот я также. Посмотрите, какие красавцы. Ну и дела. А давайте пробежимся под другим деревом, посмотрим. Опа, попался. Посмотрите, ведь все перерыто. Перерыто. А грибы есть. Есть. И даже вот еще один. А давайте заглянем под другое перерытое дерево. Ха! И тут растут. И не просто, а пачками. Пачками. В перерытом дереве. Так, а тут перерыто, и тут перерыто. А грибы растут. И не просто растут, а какие-то мега-красавцы. Ёлки-палки. Получается, что это все обман. Но ведь тут же тоже перерыто. А грибы есть. И смотрите, какие. Ёлки-палки.